Ничего личного. Барак Обама заявил, что Дональд Трамп будет и дальше посещать секретные брифинги в администрации США. Так предписывает кандидату в президенты закон и традиция. И необходимо это для того, чтобы миллиардер, если он победит на выборах, был готов к работе. Вопрос возник в связи с тем, что ранее сам Обама и Клинтон говорили о неготовности Трампа к работе с президентом. Эти брифинги посещает также и Хиллари Клинтон, еще один кандидат в президенты США.